Мы находимся с вами в цеху 3D-печати, 3D-печать бетона. Здесь наши специалисты отрабатывают технологии по печати различных изделий, в данном случае малых архитектурных форм, с использованием нашего продукта микроцемента. Кроме того, мы отрабатываем технологии на 3D-печати. Это печать различных зданий и сооружений, то есть элементов их функциональные. И в том числе возможность использования 3D-печати в различных отраслях промышленности, в том числе решение экологических задач. 3D-печать – это одно из самых динамично развивающихся сейчас направлений. Несмотря на то, что 3D-принтер нами заказан у одной из российских компаний, они лидеры в этой области. Мы также сотрудничаем с одной из компаний из Сколково, которая занимается разработкой добавок 3D, для 3D-печати. И совместно нам удалось разработать добавку, которая может быть добавляться в итоговые бетонные составы и быть пригодной для 3D-печати в различных условиях. Так как наша компания специализируется на микроцементах, да, и на тонкодисперсных порошках, для нас это наиболее актуально для того, чтобы расширить потенциальный круг наших клиентов. Кроме того, наши микроцементы, они себя достаточно хорошо зарекомендовали не только в 3D-печати, да, то есть у нас есть ряд продуктов для нефтегазовой промышленности, это для цементирования скважин при бурении, для ремонтно-изоляционных работ. Наши микроцементы себя хорошо показали со своей прочностных характеристик, проникающей способности.